фланг все время что-то пихали. Они забили чуть через левый. Но опять же, это фигня, ребят, надо играть ниже по ходу защиты. Да, вот, ЦЗшники, блядь, ниже играйте, потому что вот эти прострелы, это, блядь. Ну хорошо, что у нас игр там быстрые. На самом деле, ну, блядь, хуй его знает. Там просто повезло, что не промазали мне. Выйти на поле, и мы начинаем. Для вас работают... Бля, где Алина, нахуй? У меня вылез. А ёб твою! Пиздец, блядь, Альтабыч. Ты чё, свернутый был, что ли? Да нет, Лёша, просто выкинуло. Пиздец, блядь. Не, выбор формы, всё нормально. И потом стадион, и у меня игрок сам пошёл. Все, больше мы выходить не можем. Мы не имеем права больше выходить. Бля, может, а ты не мог сказать, когда у тебя сам игрок пошел, что у тебя сам игрок пошел, чтобы мы до, блядь, вышли. Так я этот, блядь, ебаный дискорд вырубал, блядь, пока. Там одну кно. Блядь, где ПЗ? Где ПЗ, Леха? Меня вообще выкинул. Вот из-за него, может, выкинул. Нас двоих выкинуло. Захожу. А это 4 нажал, и меня вообще все это играло. А нахуя ты Alt-F4 ты нажимаешь? Alt-Tab надо нажимать, и все. Alt-Tab нажимаешь, и все. Леша, ты пил. Слушайте, может мне полностью тоже перезапуститься, может? Да я уже... Не надо ничего, блядь, сейчас пиздец, сейчас нам ебут, блядь. Остановитесь. Ну Леху ждем теперь, блядь, ну это пиздец какой-то, нахуй. Пойдите. Понеслась. Лёш, тут у нас с Лёшей вины нету, это баг. Да понятно, не надо Alt-F4 нажимать. Сейчас не выключайте микрофон, а потом выключите через этот кнопочку. Или просто молчите. У меня аж свистеть в ушах начало. Ой, блядь. Все тут? Принимаю. Блядь. Сейчас, если что-то у вас не зашло на арену, начал бежать игрок, сразу говорите. Так, а мы больше не можем же выйти. Да понятно, все, тихо. До начала матча мы можем выйти, блядь. Ну, скажем, что там, блядь, там форма не сконнектилась или еще что-то. Это же не из матча мы выходим, блядь. Здравствуйте, приветствуем всех поклонников футбола. Теперь уже не можем. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И это прямое включение со стадиона. У Георгия отличное настроение. Али, такой ты кого же отличной игры мы сегодня ждем от команд. И как он дальше мячом распорядится? Здорово, защитник играет. Так, без мяча играем по позиции и поближе к игрокам. Играет он на партнера. Я назначаю штрафной. Так, на мой фланг, на мой фланг. Здесь наша. Отличное видение игры. Очень лево. Он в перехвате сыграл.
Твою мать, что ж ты, блядь, еле дотронулся там? Ладно. Кого-то я попал. Ладно, все, нет? Все, все, молчим, блин. И пас обратно. Не привязал. Стоит отметить по флангу, по флангу вверх. Вернувшего мяч своей команде. Хорошо. Опасно это может быть. Ледус. И за боковой мяч будут вводить. Сыграно жестко. Ром, ну не поднимайся ты, если ФРВ твоя поднимается, ну. Бам. Все, 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 ниже, ниже, ниже. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Ну, скидочку сразу, Серег. Все, 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 все. Нормально, нормально, нормально. Ай-яй-яй, блядь, долго. Ой, заки. Ниже, ниже, ниже. Плотнее, плотнее, плотнее с игроками, молодцы, давай. Хорошо. Не стал этот навес голевым. Вернее, он сам игрок там уже. Вводит мяч у них. Ой-ой-ой, хорошо пробил, но мимо. Давай, давай. Без комментариев, все, все. Зря в ножку. Серега, тебе надо было бежать, туда, в дырку, там дырка была. Да, пришлось. Надо было бежать. Тихо, тихо, тихо. Все, бежать, бежать. Да. По флангу кидай, да. Алекс. Отдает он передачу. Хорошо. И что дальше тут будет? Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Бам. Леш, назад. Верпонили. Ниже, 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 ниже. Ниже отходим сразу. ЦЗ ниже отходим, да. Бам. Без мяча остаются они. Забрасывай. А, бля, поздно. И мяч на фланг отправляется. Там, да, ёпь, хорошо, там мог убежать. Дима. Давай, давай, Ром. Нет, не дошел. Ниже, ниже, Серег, подстрахуй. ЦЗ ниже. Да, сука. Очень выверенный пас. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в арсенал. Ром, в одну линию с этими не надо играть. Есть, есть. ЦЗ с защитником. Ром, вперед, пас, вперед. Классно он мяч перехватил. Отлично игру прочитал сейчас. Да, блядь, давал, что не отдал. Хорошо. Вряд ли можно через в данной дом. Ситуации через видеть дом. Игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Блядь, Сер, беги ты до конца. А, беги до конца. Охуеть. Арбитр назначает штрафную. Игорь, ой, точнее, Лех. Не-не-не. Ты хочешь на меня прям? Да, тогда Дима, тогда Дима. Не надо, хуярим. Да, Лех, вверх, Лех. Хуяришь на калаше. Ну ладно, ладно. Такие передачи растягивают, хорошо. Разрывают оборону соперника. Катают они мяч. Играют они в пас. Блять, жалко, ты меня в центре не видел. Да, блять, я тебя видел, я тебя давал. Блядь. СЗ, ниже. Ниже, Игорь, ниже. Игорь, Игорь. И без мяча они остаются. Эх, развернул бы сейчас, а. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Сереж, ну бежать надо, блядь. Аута. Ну что я могу сделать оттуда, как ты думаешь, кроме как навесить на дом? Очередной аут. У меня левая нога сейчас, я не с разворота буду вешать, я так буду вешать сразу. Мяч доходит до вратаря.
С игроками от скуки, блядь. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Какой запас, блядь, ёбаный в рот. Красава, Леша. Давайте, 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 хорошо. Здесь, Игорь. Блядь. Галёк, вот я ушёл во фланг. Мяч перехвачен, шанс. Сейчас бы мог быть обрез. Блядь, Сема, зачем ты спешишь? Всё, я здесь говорю. Все верно, пора сместить акцент атаки. И есть шанс выйти вперед! Не стоял же ты. Я побоялся отбор нажимать там, блядь. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Повторяю, нам гол с очень близкого расстояния бил игрок, и тут оставалось только не промахнуться. Так, ладно, все. Атари защитники выступили здесь в роли статиста. Матич. Все верно, края надо чаще задействовать. Пусть. Что, не вижу? Мяч у соперника Дим, теперь вышел. Вышел. Потап, куда прибежал ты? Дим. Отличный чистый отбор. Дим, рывок там. В пас он умеет играть, и сегодня очень хорошо это делает. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Вводит мяч у них. Где здесь? Какое? Последнее. Давай, серый. Давай. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один. Да, хуй знает, мы там как-то не отборолись. Ни я не отборолся, ни Игорь нормально, блядь. И прошел. Меня там бил. Ну что, давайте поактивнее сейчас Веру, блядь. Пока, может, не стоит с самого начала туда поближе к 70-й. Хули. 4-4-2. Он какой-то крупный, зараза. Силы не хватило. Угу. Вера, отойди от меня. Вторая половина матча началась. Защита надежно играет. Не смогли они мяч удержать. Потеряли они мяч, теперь надо отходить по воротам. Они же опустили, да. Ну отыграем. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Есть. Хороший позадок. Давай. Давай. Хороший мяч забивают. Пытались. И снова ничья на табло. Все только начинается. Просто везло тут. После ответного мяча у нас 1-1. Да. Теряют они мяч. Аутбут. Сколько вот мужских потерь, это пиздец. Давай, ставит давай, давай, активнее. Подходим ближе там все. Закрываем. О, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Через дом, Али, блядь. Хорошо в отборе сыграно, будет давайте, аут. Ребят, по флангу. По флангу сильно, поднимаемся. Забеги. Давай, Сера, бери. И на мяч назад. Черт, блин, он сделал сейчас. Да Диме пошло. На линии бежали. Меня потянули. Тарасу. Ёбаный рот. Не получилось у них мяч удержать. Да не надо, блядь, ну не надо. Ребят, ну блядь, они у них центр, блядь, свободный почти все время. Ноги играют в форму. Ну тут даже играть на перехвате не пришлось, мяч сам пришел. Хорошо. Ёпта. Просто великолепно. Опять там толпа, блядь. Ну пошире, играйте чё. Не убегал, блядь. Сыграно жестко, но в рамках правил. Ром, хорош. Блядь. Хорош катает. Катают они мяч.
Ой, здорово. Я нажал. Можно забивать? Ух ты. Ну-ка! Хороший горит. Ты, Дима, остался. Судья позволяет продолжить атаку. Хорошо увидел партнера впереди. Да как? Стали. Беда у них сегодня с контролем мяча. Давайте. Ебем. Сразу. Ближе туда. Прихвачен мяч, отличный высокий прессинг. Сука! Выкинь свою кнопку. Арене. Да. А что я мог сделать? Я же открывался, забегал. Выходит, был рикошет. Вовремя отпустить. И вот окружный штраф находит своего хозяина. Штрафной. Так, давайте сделаем пенальти. С навеса. Давай. Разыгрывается. Да. На коротке решили разыграть угловой. На месте зачем? Блять, под тобой был игрок. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Неплохой был пас, но до конца пиздец. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может быть очень опасной. Есть. Не получилось эта контратака потерять. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Ой-ой-ой. Здесь сверху. Отлично защитник играет. Не говорите ничего. Бам. Он в офсайде. Есть адрес у этой передачи. Лёш, ты главное ниже ЦЗ не упускайся, а там я его, блядь, оставлю. Без мяча остаются они. Да ё-моё, гребаный джойстик. Лёш, надёжно. Самый простой и надёжный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и всё. Бежать. Под тобой. Отдает он мяч партнеру. Ну там двое-то, блядь. Двое. Да ну, без фложа, сука. Наш штрафной. Лид, ты должен тоже сюда подбегать, ебаный сын. Возвращает он мяч обратно партнеру. И что дальше тут будет? И выносит мяч защитник. Да я. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Дальше. Еще, через сопа. Правее, шире, запускай. Играют они в пас. Бля, ну почему? Вратарь без труда сбирает мяч. Все, не знаю. Может что-то из этого прохода получится. Уверен, он в отборе сыграл, из-за боковой будет вбрасывать. Наброс. Как же вовремя защитник перехватил передачу, спас просто. Вот я по той стороне бегу прям, ух. Не доплюнь, давай. Я ближку открою. На фланге атака прерывается. Цель на ход-то. Блядь, я не знаю, чем там тащил столько, блядь. Что-то стоящее. Ой, сука. Давно уже не было голов, давно ничья, но там наш... впечатление такое, что так будет отлично. Очень мало времени остается, чтобы определить победителя в этой встрече. Нужно использовать шанс. Подключай! Отличный пас прошел. Блин, что вы делаете? Удар вышел, обычно футболист ведет в таких ситуациях себя гораздо увереннее. И выиграет. Я сейчас возьму первый. Есть. Вперед, центр. Катают они мяч. Дима. Ох, какой он. 90-й матч из степи. Переходим в новый этап.
Да ебать, там столько... Два раза, блядь, простили, ёбаный рот, блядь. Блядь, как мой игрок ко мне забил, я хуй знает. Он даже вратарь не просто сядировал, блядь. Я бил на отскок, я слабо ударил вообще, то есть чуть-чуть. Да, это было не в касание, может. Даже без этого момента... Кнопки байпарка поменялись. Удар наверх, поэтому ты заколочил. Кто там заколочил, как? Принять можно было вообще, пана. Да, Сережа, там надо было решать. Хотя бы условия попадать. Ну как? Я не знаю. Записали? Давай, добью. А то записали? Нет. Дополнительное время пошло. Посмотрим, записываем, как его проведут команды. Держи просто. Да-да, Ром, держи. Матич. Ты... Держите просто мяч, что, не спасу. Просто у него мяч не отберешь. А что, давай голову забьем? Это будем за... Статистику.